Ну что, начнем. Итак, я открыла пакетик вот этого вот перца. Ну, вернее, оба пакетика я открыла, у меня их два. Производитель заявляет, что здесь в одном пакетике 20 штук семян. Соответственно, я не пересчитывала, конечно, но здесь вот должно быть 40 штук семян перца сладкого. Вот так вот выглядят семена. Ну, я надеюсь, что все это знают. И сеять я их буду вот в эту вот плошку. Здесь у меня универсальный почвогрунт, у него нейтральный pH, он с добавлением перлита и биогумуса. Так, помогать себе буду вот такой вот красивой бамбуковой шпажкой. Кончик я у нее намочила водой, и сейчас буду вот таким вот простым способом раскладывать семена, слегка утапливая их в грунт. Ну, вот таким вот образом раскладываем все семена рядочками. Хотя совсем не обязательно это делать рядочками. Вы можете их просто, ну, посолить по поверхности почвы, затем заделать небольшим слоем грунта, ну, где-то примерно пол сантиметра. Обязательно пролить водичкой и поставить в теплое место для прорастания. Прорастает болгарский перец по-разному. Бывает и за неделю петельки появляются, а бывает и 3 недели не дождешься всходов. Все зависит от семян, от температуры окружающей. Так что, надеюсь, вы поняли основную технику посева семян болгарского перца. То есть на шпажку, смоченную водой. И раскладываем. Раскладываем так, как нам захочется. Вот так вот. Ну, я больше не буду занимать ваше время посевом, раскладыванием семян по грунту. Встретимся с вами, когда уже все семена у меня будут разложены по поверхности. Итак, я разложила все семена. Всего у меня их получилось не 40, как заявил производитель семян, а 54 штучки. Сейчас семена я заделываю небольшим слоем такого же грунта, на который я сеяла сладкий перец. Буквально пол сантиметра. Этого будет достаточно, потому что мы же с вами, когда раскладывали семечки, слегка их утапливали в грунт. Вот так вот. Все выровняли. Обязательно уплотнили. Сейчас польем водичкой и поставим в теплое место для прорастания.
Ну а дальше обязательно будем следить за влажностью почвы, за тем, чтобы на пакете не скапливался конденсат. Будем проветривать и проверять. Ну, хотя бы один раз в сутки. Ну что, начнем, да? Подготовили плошку, насыпали туда почву грунт. Повторюсь еще раз, что он не должен быть кислым. Он должен быть либо с pH больше 5,5, либо нейтральный. Мой грунт Terra Vita. На мой взгляд, это самый хороший грунт. Он содержит перлит и биогумус. Сейчас я его уплотняю. Вот так вот. И пролью водой. Семена. Сейчас будем мы с вами сеять вот такие вот. Это лисичка. Семена. Я уже пакетики открыла, высыпала их вот сюда вот в чашечку. Сеять буду два пакетика. В каждом пакетике по 10 штук семян. Семена от фирмы Гавриш. Очень надеюсь, что в этот раз Гавриш меня не подведет. Так, шпажка бамбуковая. Самая лучшая помощница. Намочили кончик у этой шпажки. И сейчас вот таким вот образом достаем семечко. И слегка утапливаем его в почву грунте. С расстоянием, ну, примерно 1,5 сантиметра между семенами. Хотя совсем не обязательно вот так вот вымудряться рядочками. Высевать перец или баклажаны. Можно просто посолить их, рассыпать как соль по поверхности земли, потом засыпать небольшим слоем грунта, ну где-то полтора, самое большее. Хорошенечко полить и поставить теплое место на прорастание. Все, этого будет достаточно. Сходят семена перца по-разному. Все зависит и от окружающей температуры, и от самих семян. Если семена свежие, взойдут они быстро. Если не свежие, то можно и совсем всходов не дождаться. Итак, вот осталось мне еще 4 семечка. И все. Получается, что лисичка оранжевая у меня посеяна. Так, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Даже на одно семечко больше. Очень надеюсь, что они все взойдут. Дадут прекрасный урожай. Ну, а я пока больше ваше время занимать не буду. Я надеюсь, что вы поняли основной принцип того, как можно разложить семена перца. Встретимся с вами, когда я разложу полностью все семена, которые решила посеять в эту плошку. Итак, все семена я разложила, как я уже говорила. Здесь оказалось 21 семечко, а здесь всего 18. Даже 20 семян нет в двух пакетиках. Ну ладно, оставим это все на совести Гавриша. А мы сейчас с вами будем засыпать не толстым слоем почвы грунта наши посевы. Вот так вот. Слегка. Теперь уплотняем все это, чтобы семечки не всплыли, чтобы хорошо соприкасались с водой. И все это водичкой.
Ну а дальше эту плошку можно поставить в пакет и поставить в теплое место на прорастание. Можно не ставить в пакет, это уже как вы решите. Если поставите в пакет, обязательно нужно проветривать, следить за влажностью почвы и желательно убирать конденсат с пакетика или с крышечки, смотря чем вы будете закрывать. Если вы не будете ставить эту плошку с семенами, посеянными в пакет, значит, вам все равно нужно будет следить за влажностью почвы, следить за тем, чтобы она не пересыхала. Если вы не будете ставить ее в пакет, то, скорее всего, всходы появятся у вас позднее. А как я вам уже сказала, семена перца прорастают, бывает, до 3 недель. То есть вы можете дождаться их только к самому концу февраля, либо к началу марта. Если для вас это подходящие сроки, то тогда оставляйте без пакетика свою баночку с посевами. А я все-таки поставлю ее в пакет и уберу в теплое место. Как только появятся у меня всходы, я обязательно все вам покажу. Кроме этой баночки, у меня еще есть 3 баночки, которые я посеяла. Сегодня я посеяла очень много перца, который я вам показывала ранее. В каждом из пакетиков было семян больше, чем заявлено производителем. И лишь только гавриш, как всегда, отличился. Ну ладно, не будем заострять на нем внимание. У меня на сегодня по болгарскому перцу все. Я желаю мирного неба вам над головой. Берегите себя. Всем пока-пока и до новых встреч.